Это поскольку ты пришла. По почте России, а заказу на постамате печарочку. А пришел по почте России, посмотрим, что жим прислал. Я заказывал сам лет. И если мне не получится, будут две части. И если не получится, до заказывал, переходили побольше. Парашу жума, он сделал доставку печарочку. И у меня вопрос еще есть. Отзыв, то почему Харбин сейчас посылки не уходит ничего из Харбина? Лина. Месяц уже лежат по счету. Первая посылка, две месяца уже лежат, вторая, такая с Алиэкспресса, она тоже туда же пришла, почему-то.